8 сентября в Татарстане состоятся выборы депутатов Госсовета Республики Татарстан 6-го созыва. Сейчас в Заинском муниципальном районе идет активная подготовка к проведению выборов. В городе в день голосования будут работать 20 избирательных участков, в районе 44. В городе на 6 избирательных участках будет организовано электронное голосование. На каждом избирательном участке будут установлены кабины и урны для голосования, в том числе и переносные. Население, когда придут на выборы, получит 2 бюллетеня. Это по одномандатному избирательному округу 1 бюллетень, и 1 бюллетень будет партийный. Активную позицию у нас ведут все работники участковых избирательных комиссий. Они уже приходят к вам, каждому раздают приглашение. На этом приглашении вы видите, какой номер участка, где он расположен, для того, чтобы вы могли 8 сентября прийти и проголосовать. Также будут проведены дополнительные выборы на 2 избирательных участках в сельских поселениях. Избиратели получат 3 бюллетеня. Всего на избирательные участки в Заинском муниципальном районе придут более 41 тысячи избирателей. 700 из них проголосуют впервые. Это граждане, достигшие 18-летнего возраста. Традиционно каждый молодой избиратель будет отмечен небольшим памятным подарком. Если кто-либо не владеет информацией о местонахождении своего избирательного участка, можно всю информацию найти на сайте Заинского муниципального района. Для того, чтобы убедиться, действительно, вошли вы в этот список, и если многие люди переезды из мест с одного, с адреса меняют на другой, вы можете открыть на сайте Заинский муниципальный район вкладку «Наш избиратель», там вы найдете адрес своего избирательного участка. Традиционно избирательные участки в день голосования 8 сентября будут работать с 8 утра до 8 вечера. Елена Маврина, Денис Ипатов, новости Татарстана.